Я ничего не вижу. Как это? Это рыба-меч? С таким спинным плавником? Это марлин. Поймал его на полурыла, больше часа пытался вытащить. Вдруг он выпрыгнул из воды, прямо на меня. Оставьте эту историю для бара, Квинт. Нам надо разрубить чертову рыбину. Нет, больше 40 лет я охотился за таким экземпляром. Вы не можете его просто обезглавить? Как и оставить его нос в ноге. Это клюв. Вы не можете просто вытащить его аккуратно? Я подпишу отказ. Просто вытащить не вариант. Если повреждены ваши сосуды, все станет хуже. Здравляю, я слышала, ты сегодня оперируешь. А где стальной пульс? Нити видны, но все-таки есть. Надо сделать МРТ. Я никуда не пойду без Франклина. Я назвал его в честь отца. Вы с Франклином там не поместитесь. Ты же сказал, что он мертв! Я пульс не проверял. Найди что-нибудь, чтобы прикончить его. Нет, он мертв. Он двигается. Это посмертный рефлекс. Вы же врачи. Разве у людей не так? Нет!